Тысячи жителей центральной Нигерии остаются в ловушке водной стихии. Одно из сильнейших за десятилетия наводнений добралось до основного шоссе, соединяющего север и юг страны. Затоплены и другие ключевые пути. Многие люди, в основном торговцы и пассажиры автобусов, провели в своих машинах по несколько дней. Владельцам небольших автомобилей повезло больше. Они могут перебраться через затопленный участок при помощи лодки или катера. Остальные ждут, пока власти перенаправят поток машин по другому маршруту. Некоторые местные жители, воспользовавшись положением людей, взвинтили цены на продукты питания и воду, а стоимость переправы небольшого автомобиля уже превышает $60. Вода нанесла очень-очень большой ущерб. Например, женщины, которые едут в Абуджу продавать свой товар, понесли большой ущерб. Мы также потеряли здесь несколько дней. Мы ехали в Абуджу, но когда добрались сюда, обнаружили, что вода затопила дорогу. Где перебраться, неизвестно. Мы здесь уже 4 дня. Поесть здесь большая проблема. Даже обычная бутылка воды стоит 13 центов. Все очень дорого. Помимо дорог, это наводнение также затопило или разрушило сотни домов и сельскохозяйственных угодий в нескольких штатах. Тысячи человек остались без крыши над головой. В некоторых районах были организованы временные пункты проживания. Сезон дождей в Нигерии приходится на период с мая по сентябрь. В это время наводнения не редкость, хотя такие масштабные случаются крайне редко. Зачастую наибольший ущерб терпят жители трущоб, где система водостока работает плохо, либо вообще отсутствует.